не очень. Европейская країна страданий починається з кожного. Давай, давай, работай! Как рассказывать? I'm so tired. I'm so tired. Гурки явно не твої. У мене теплі носки. Більше їх так я і не бачу. Не укатался, я хочу поспать. Та-ра-та-та-та. Так, сегодня будет четвертый этап. На улице дождь, но он уже вроде как заканчивается. К старту должен пройти полностью. Надеюсь, что он закончится, потому что ехать дождь, такой этап не очень безопасно будет. Должен быть скоростной этап, хотя будут торчки под 18% местами. И предфинишная гора очень длинная. Ноги, не скажу, что они свежие, все-таки уже четвертый день. Нон-стоп страданий. Пойдем кушать макароны, как обычно, и собираться, потому что полтора часа уже до старта осталось. Я поменьше сегодня тебя насыплю. Правильно. Так, ребята, дождь закончился, кстати. Вот, так немножко моросит, но уже заканчивается. Поеду без бахил, наверное, у меня теплые носки, все хорошо. Настроен сегодня оптимистично. Главное до последней горы удержаться в какой-то сильной группе. На спусках сильно не рисковать, потому что будет мокро. И последний затяжной подъем попробовать выкрутить на максимум. Нужно закончить гонку в группе А, позаехать в сотку. Поедем, будем стараться. Все, увидимся. Успех. Немножко не дотерпел на последнем торчке, там где 18%, немножко капнул. И уже ехали с Петровичем почти всю гонку. Вот. И вот в том моменте он уехал, и дальше последнюю горку уже поднимались опять с Флорианом, кстати. В принципе, доволен, потому что усидел в группе на тяжелых отрезках продуваемых. Вот это была задача номер один, там мне не вывалить. Спуски проходил хорошо сегодня было, дождя не было вообще отлично. Единственное, что вначале расстегнулась у меня майка, потому что жарко было, опять я прогадал. Но вроде как не перегрелся. Фу, все хорошо. Нога была, короче, ну немножко не хватило. И заехал тоже, наверное, с Петровичем все-таки раньше меня, может, на пару минут. I'm so tired. I'm so tired. Ну что, согреваемся. Холодно, здесь ветер. Вон, покажи, Вика, смотрите. Там еще снег лежит. В том году тоже лежал, но его было меньше. Все доехали, все живы, здоровы. Черный. Все свои планы здесь. Все, как задумал, проехал. Ага. Может, быстрее, чем? На 3 можливо. Минуты, ну. Можливо, да. Але, бач, хотів добрати ту групу, в якій Шевцов їхав, але я їх так бачив вже перед нами. Але потім почалися ці прямі з боковим вітром, і вони поступово від нас від'їхали. Більше їх так я і не бачу. А ти в групі теж доїхав, так? Так, да, всю дорогу. Я, типу, на старті почав пробиратися з групи в групу,
І тут вже, коли почались тягуни, я вже знайшов групу, з якими можна їхати, з ними так і доїхав. Так, внезапно увидели мужика, который косит траву, и у него машинка на пульте управления. Вот машинка, а вот мужик. Можете себе позволить. Будущее наступило в Австрии прямо сейчас. Так, мы приехали домой. Хорошо, когда машина, да, Вика? Очень хорошо. Тазы на месте. Блин, смотри, а типа все практически на одном расстоянии. Вера типа... и Матиас, да. Потом я и Петрович, да. Шевцов и Юра. Смотри, догоняйся, да, догоняйся, давай. Оп-оп-оп, смотри. Ой, я вываливаюсь. И то спуск. Не, я тут доберу. Давай, добирай. Я вижу, что-то горки явно не твои. Да-да, с моими 90 км горки там. Ну. Та все, у мене тільки підйом почався зараз. От ті серпан... Я взагалі назад чи їду? Так, робота кипить. Та взагалі. Уже пол, блін, 10-го. Оказывается, я сегодня ехал без тормозов, поэтому я так хорошо заехал в спуски. Та-ра-та-та-та! Дребзя. От тряски. Раскрутился болт, и колодка была вот в таком положении, но я этого не знал, как-то доехал. Сейчас будем это все дело ремонтировать. А так, все хорошо, все хорошо. Что ты делаешь? Я укатался, я хочу поспать. Немножко, пару часиков и все.